Опа-на! Огромный приветос, на связи Вадим Мосс, и мы с тобой, как всегда, в нашем легендарном пчеловоде. Значит, сейчас ты узнаешь то, что и написано на названии, поэтому ставь лайк и приятного просмотра. Поехали! Итак, получается, ты спрашивал или ты хотел понять, как же сделать больше одаренок, как же стать крутым, чтобы был амулет лунный, звездный, все такое, да? В общем, смотри. Открываешь, что это вот, аппарат, яйцо. Листаешь вот сюда и видишь его. О май гад. В общем, это яйцо, которое, дружище, тебе дает той пчелы, которой у тебя нету. Сразу говорю, если ты новичок, там, среднячок, не знаешь, используй его только, когда ты уже вообще ничего не убиваешь. То есть, у тебя там уже остается буквально 1-2 до, как бы, амулета. Вот, допустим, 38 одаренок или 39, да? Ты такой, о, у меня старый есть, отлично, подобью и все. То есть, или, допустим, у тебя 19 одаренок, ты такой тоже, хоп, пизну и все. А может, у тебя вообще будет, там, допустим, ну, 9, ты такой, ладно, так и быть, юзну. Потому что всего в игре ты их можешь получить легально, без всяких вот, если же на то пошло, донатов, получается всего лишь-то, по идее, 3 штуки, да? Не, ну, по идее, 2 вообще, но, ребят, можно же еще получить будет секретным способом. Самые два способа гениальных — это у нас квест «Мама медведя», это 7-7, и квест «Панда Royal Rumble». Дает по одной штуке, да. Есть, конечно, маленький шанс, что он выпадет тебе, получается, с оборотня, или же волка, с короля жуков, или же с кинг битла, с туннельного медведя, или же с улиточки, или кокосового краба. На самом деле выпадало уже не один раз многим, с, получается, вот этого товарища, который в туннеле живет, туннель Бирда. С улитки, ну, вроде тоже выпадало. Но вот с туннеля точно выпадало, друзья. Поэтому вот. Пруфы я не знаю где, но... Как говорится, это я точно видел, поэтому вот. И не раз. Так что с него шанс неплохой достаточно выбить. Поэтому, друзья, знайте. Туннели почаще хлопайте, вдруг вам с него дадут старый эк. Вы будете кайфовать. Так, а мне дали сегодня. В целом-то, вроде неплохо. Хотя бы, знаешь что. Magic Bean и тикет. Это нормально. Так, давай еще кинг битла с тобой хлопнем. Кстати, уже скоро можно будет покупать, как говорится, пак вот этот за 250 с гифтед эгом. Где он тут, я сейчас покажу. Вот, его. Так что, знай. Ну, кстати, еще у нас удобно, что Star 3 дает нам как и панда, так и медведица, мама, поэтому... Что, офигенно? О, амулет ля какой. Кстати, неплохие награды, 5 маджбинов, достойно. Так, ну, я не знаю даже, амулет, конечно же, киполд, потому что нам дали на красную пыльцу. Так, значит, смотри. У нас еще, наверное, старек может, знаешь, куда выпасть. С таких интересных мест, ну, или получить. И вот как сюда бы зашел и полистал такой, да, немножечко. А тут такой, WhatsApp, вот он. 5 штук всего лишь, ребят. 5 штук можно иметь для каждого. Так что вот такие дела. Вы думали, видео будет долгим? Нет. Буквально это рассказать было 3 минуты. Но самое, что интересно, то, что вот эти яйца, ребят, реально бывает помогают, поэтому можете их, если вы уже пробовали, у вас все одаренки есть, использовать донат Храм Ветра, дадут не такие, ничего, такие бусты. Но можете их и оставлять в улей. Вот. Все, друзья. Всех благодарю за просмотр. С вами был Феникс. Не забываем про существование вот этих яиц. Потому что вот, это тоже имба в своем видео. Вот такой небольшой видосик. Вроде как полезный, вроде как все понятно. Главное, фигарьте почаще волка, он может с демонтом яйцом помочь. Поэтому вот. Волчара, как говорится, сила в пчеловоде, знаете. Все, друзья. Благодарю за просмотр. Кто досмотрел, мы сделаем вот такой прикольчик. Опа. Все. Теперь у меня будет плюс один старт рейд. Ну, а что оно тут, пускай. Я думаю, вообще весь каталог скуплю. Как бы, может, тут 20 дней осталось. Да, вот это купить, вот это вот. Ну и там останется по фигне. Поэтому вот, ловко придумал, называется. Все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех благодарю за просмотр. С вами был Феникс. Увидимся в новых видео.